25 декабря мы отмечали Рождество в Ирландии, в замке, в котором живем. Но сначала я расскажу вам, как нас поздравили на работе. На фабрике, на которой мы работаем в Ирландии, нас поздравили с наступающим Рождеством. И каждому подарили по подарку, по такой коробочке. Сейчас я открою и посмотрю, что же нам там подарили. Чтобы посмотреть видео, где мы работаем в Ирландии, переходите по ссылке вверху. Сколько тут всего интересного. Смотрите, такой сыр мы упаковываем у нас на фабрике. И такой тоже. Такие слайсы тоже у нас мы делаем. А такой сыр приходит к нам уже запакованный, и мы только клеим наклейки с двух сторон. Это соленые крекеры, вино. Так как мы уже Сережину коробку открывали, мы уже попробовали. Это сухое вино, но оно вкусное. Это десерт, йогурт. А это интересно, смотрите, овощной суп. Я не знаю, я еще не пробовала. Написано вегетарианский. А это вообще очень интересно. Это лук карамелизированный красный. Я такого никогда еще не ела. А сейчас приглашаем вас посмотреть, как прошел наш рождественский ужин в замке. Сереж, покажи свой костюмчик. Костюмчик. Оля. Так, Оля, что ты будешь открывать подарки? Да, только я не знаю, какой твой, но... А наша открытка еще здесь. Ничего себе! А ты там кремов а вот себе подозаказывала? И пилочка. Ты рада? Да. А давай мой открой. А давай сейчас я под крылечку открою. Сережа, теперь ты свой открывай. Сереж, как ты думаешь, что это может быть? Думаю, ключи от новой машины. Или квартиры. Ух ты! У тебя целых два подарка. Это рамочка. Покажи, пане. Ух ты. И конфеты, и рамочка. Класс. Ты рад? Сережа. Ой.
Программка, класс!